Погода прекрасная, солнце ясное, первые морозы посетили Самарскую землю и Сергиевский район. И с удовольствием самого доброго времени суток вам, нашим зрителям, желаем мы, съемочная группа программы «Вековая молитва». 22 октября по старому стилю, 4 ноября по новому стилю все православные люди чтут Казанскую икону Богородицы. Ее почитают как чудотворную. Она не раз сыграла свою роль в жизни нашей страны. Обрели ее в теплое время года, летом, но почитают особенно еще и сейчас, осенью. Ведь несколько веков назад Минин и Пожарский с этим святым ликом в руках смогли объединить наше государство. И оно, слава Богу, едино и сейчас. И в преддверии празднования Дня Казанской иконы Богородицы мы не случайно приехали в село Нероновка Сергиевского района Самарской области. Позади меня храм, который освящен в честь этого святого лика. И нам есть о чем рассказать именно здесь. Там идет роспись стен, появляются новые фрески. Не скроем, было очень приятно познакомиться с художниками, работающими вот уже второй год на Сергиевской земле в храме села Нероновка. Они создают здесь все заново. Мы пообещали им найти сохранившиеся в архиве нашей телекомпании кадры съемок стен храма до реставрации. Несколько изображений старой росписи мы нашли. Как же они гармонируют с новым убранством храма? Сейчас увидели вот сюжеты, которые были, и обрадовались, что мы попали. Попали как раз в то, что было. Ну, Господь, наверное, вел, потому что мы не сами такие орлы. А, конечно, краски уже новые. То есть уже технологии новые. Краски уже мы покупаем. Это масляные краски, художественные краски. Мы уже не трем камни в пыль годами. Просто берем художественные краски и работаем. Много света получилось в храме. Это, наверное, тоже зависит от, ну, скажем, от того образа, который был задан и настоятелем храма, и нашим креативным директором. С чего начать экскурсию по расписываемому храму? Конечно, с самой высокой его точки. Это свод купола. Данная часть изменилась при реставрации. К лучшему. Здесь очень интересная вещь в храме присутствует. Это вот купол. Посмотрите, он занимает вообще всю поверхность. Изначально этого не было. Изначально был восьмигранный барабан. Сейчас он у нас уже 16-гранный, причем на каждой грани по окну и на каждой грани по архангелу. Да, это вот как раз ноу-хау, с чего мы начали роспись этого храма. Просто когда мы посмотрели, там тот же самый восьмигранник продолжался в куполе, он не был полусферой, он был, как говорится, плоский, из плоских пластин, и в центре был восьмигранник, который венчал все это дело, ну, пятачок такой. Вот, предложили настоятелю отцу Роману сделать полноценный купол, в котором можно было бы расположить очень красивую роспись. Вот как раз то, что вы сейчас видите здесь. Так вот, купол полусферический как раз был предварительно установлен перед росписью. Предварительно было добавлено еще 8 граней в барабан, получилось 16 граней. Вот тогда у нас появились там и архангелы. Вот такая вот маленькая интересная вещь. Вот с этого началась роспись храма. Мы пришли, мы сделали этот купол. Он очень легкий, стеклопластиковый, причем он закреплен так, что ему не страшны температурные расширения, он шевелится, независимо от храма. Поэтому он никогда не разрушится и никогда не потрескается. И плюс вот эти вот архангелы. Вот пояс золотой, который там все это дело разделяет, он тоже установлен на нем, как декоративный элемент. Вот с механических таких работ началась роспись. Когда мы предлагали... Ну, это вообще классический вариант барабана и купола. То есть в куполе всегда вседержитель. А на простеночках, вот между окнами, всегда архангелы практически. То есть это основная традиция. Такая... Традиция, да. Это очень красивая традиция, которая практически незыблема. В любом храме, где есть возможность вот это сделать, обычно вот это все и делают. Вот. Получается, что вот этот горний мир, он как раз... В барабане, то есть область Бога, то, что
глаза человеческие не могут увидеть, все находится там. А дальше уже все пошло, как говорится, земное. Уже. То есть логично. Расположено в том числе и логично. Да, и логично. Ну, все великие вещи, они всегда логичны. Просто логику эту понять надо. Вот. А здесь вот как раз это очень хорошо прослеживается. И все это купол храма. А дальше изображения спускаются вниз, ближе к молящимся. И уже новые сюжеты рассказывают нам древнюю историю. В центральной части, это вот когда барабан заканчивается, как говорится, из узкого места в более широкий, в центральную часть, там вот клини такие появляются. Они называются паруса. Красивые названия, да, но они немножко на паруса и похожи. В этом храме они плоские, а так они вообще-то еще имеют полусферическую форму, и действительно, как будто парус надутый ветром. Очень красиво. Ну, так как храмик маленький, и архитектура такая, как говорится, убористая, здесь все попроще, конечно. Но, тем не менее, паруса есть, они очень красивые. Это место тоже классический, как говорится, сюжет. Здесь всегда апостолы размещаются. Вот их четыре, как раз по четырем парусам. Если вот обратить внимание, два апостола занимаются, как говорится, своими делами. Один пишет, другой читает. То вот два других апостола, они как раз смотрят на прихожан. Мы разместили их именно так, что двое, которые смотрят перед собой, они будут видеть прихожан, а прихожаны будут их глаза видеть. Ну, а два других, они, как говорится, общей массе народа, которые будут находиться в храме во время службы, они не видны. Дальше идут богородичные сюжеты. Так как храм Богородицы, поэтому решено было центру разместить сюжеты, в которых принимает участие Богородица как персонаж. По центру вот покров, как говорится, защита и покровительство Богородицы – это великое чаяние всех людей нашей страны, потому что именно русские это увидели, именно покров. Когда была служба, то наш казак пленный увидел, как над храмом Богородица разворачивает свой покров и покрывает людей, защищая их от врагов. Вот когда плоскость делали, то иконостас, он был выстроен вплотную к стене храма. А так как его накрывали гипсокартоном, получилось так, что он немножко не вмещался, и там вот сделали такую вот нишу. А идея была какая еще? Когда вот это дело все расписать, чтобы облака своим присутствием вот это все, как говорится, скрыли. И, ну, в принципе, наполовину это удается. Следующие сюжеты – вот введение Богородицы во храм. Ну, мы его закончили практически, там только осталось свечение вокруг головы Богородицы сделать и нимбы. Здесь вот уже рисунок наносится, это будет снятие со креста. И еще один сюжет, четвертый, с этой стороны. Здесь будет Рождество Богородицы. Тоже очень красивый сюжет. Творчество здесь, как пояснили художники, основано не только на мастерстве руки, но и на ощущении цвета, пространства и силы воздействия сюжета. Хотя иногда сюжет сам выбирает мастера. Про три сюжета было все понятно с самого начала. То есть это вот покров, введение во храм и Рождество Богородицы. А вот четвертый сюжет, ну, он никак не давался. Очень много вариантов было. Все прекрасные, но внутренне чувствовал, это не то. Мало того, вот сейчас уже это выяснилось, у меня даже эта картинка была отобрана и лежала в общем наборе. Но я почему-то ее так и не увидел, хотя сам лично отобрал и положил, как говорится, для применения. И вот после того, как вот это буквально было на той неделе, Андрей говорит, слушай, говорит, смотри, что я нашел, и показывает мне телефон. Показывает мне эту картину, причем нашел он ее в 5 утра почему-то. Я как ее увидел, я сразу понял, это как раз то, что я искал все это время, что лучше здесь ничего не придумаешь. Композиция, которая вкладывается, ложится сюда. Да, причем это очень... Потому что есть, она не будет дробить, она будет собирать вокруг себя. И как раз эта работа получается, это как бы картина получается, когда священник выходит с крестом, что он видит их при очереди ее. Мы начали разговор с центра храма. Но стартовала роспись, наоборот, с его входа. Именно тогда, полтора года назад, стало понятно, что храм села Нероновка берет второе дыхание и продолжает свое преображение, даруя силы православным вторую сотню лет. А начали мы роспись с трапезной. Первое, что мы сделали,
Мы расколеровали стены. Светло-фиолетовый, потом бежевый, потом легкий-легкий голубой цвет. Уже, когда мы это сделали, еще ничего не было. Прихожане приходили, уже говорили, ой, как красиво стало. Даже вот просто цвета на стенах появились. Люди уже почувствовали, уже как рождается красота. Потом появились орнаменты. После орнаментов появились вот две прекрасные композиции. Иисус в доме Марфы и Марии, возвращение блудного сына. Ну, а дальше там херувимчики над окнами. После перешли мы в пределы. По желанию настоятеля храма отца Романа мы написали апостола Петра. В его терзаниях, когда он, как говорится, отрекся от Иисуса Христа в эту страшную ночь, когда его схватили, как он мучился, вот этот момент как раз, как говорится, в помощь кающимся, исповедующимся, чтобы человек, как говорится, проникался тем, что грех присутствует в жизни, но раскаиваться и осмысливать все, что произошло, обязательно нужно. Ну и, соответственно, совершать тайную исповедь. Ну, работа получилась приятная такая, проникновенная. И работать было приятно, очень приятно. Я как-то раз в Покровском соборе работал, в алтаре уже поздно был, практически никого не было, все священники разошлись. Я после рабочего дня там присел на ступенечку, сижу, думаю, вот под тараканом бы согласился здесь жить, под плинтусом, потому что так благодатно находиться в храме, особенно в алтаре. Ну, ответственность вообще, как только в храм зашел, тебя такая ответственность накрывает сразу, так что разницы уже никакой. Где именно, тут все ответственно. Здесь нет случайности, здесь нет ничего непродуманного. Каждый кусочек на стене, он продумывается и рождается. Мастера в Нероновке работают маслом. И это значит, что легких путей, как выяснилось, они в работе не ищут. То древнерусское письмо, оно символическое письмо. Там не нужно добиваться достоверности материала, достоверности там, дерева, достоверности крыльев, ангелов. Все условно, да. Поэтому просто берешь краску, красиво подбираешь цвет и выкрашиваешь лаконичные пятна. А здесь, в масляной живописи, просто так не закрасишь ничего. Здесь нужно сделать ткань. Мало того, ткань бывает разных, как говорится, бывает легкая ткань, бывает тяжелая ткань. Все это дело рисуется. Если ты правильно все нарисовал, то ты чувствуешь легкую сорочку или тяжелое облачение. Вот, ткань, в чем одеты герои изображены. Да. Герои сюжетов. Нужно уметь рисовать руки. Это самое сложное, что у человека есть. Даже лицо не так сложно рисовать, как рисуешь руки. Ноги рисовать, потому что все апостолы, все сюжеты практически с людьми, которые ходили раньше босиком. Поэтому приходится рисовать ноги, потом приходится рисовать лица. Все это должно соответствовать анатомически человеку. Пользоваться масляными красками, это еще не значит, что уметь их разводить и красить. Там надо еще уметь создавать форму. Вот поэтому не все пользуются масляной живописью. Что ж, наши уважаемые зрители, вы и сами сейчас только что могли убедиться, что у каждого изображения в этом храме села Нероновка своя история появления. И, надеемся, будет своя история долгой-долгой жизни. Напоминаем, что этот храм открыт практически каждый день, и вы можете появиться здесь в любое время и своими глазами увидеть красоту, о которой мы рассказали сегодня в нашей программе «Вековая молитва». Всего вам самого доброго. До свидания.